Певец, музыкант и композитор Владимир Кузьмин вновь приехал в Волгодонск. После долгого перерыва артист вместе с группой «Динамик», которая в этом году отметила свое 30-летие, дали более чем двухчасовой концерт во Дворце культуры имени Курчатова, который с большим трудом вместил всех поклонников творчества Кузьмина. В зале не то чтобы не было свободных мест, организаторам пришлось представлять каждому ряду стулья. И артист сполна отплатил волгодонской публике. Лучшие песни из репертуара Кузьмина сменяли друг друга. Неизменными оставались лишь овации, которые восторженные зрители дарили после каждого номера. Генеральным информационным партнером концерта Владимира Кузьмина в Волгодонске выступила телекомпания ВТВ. Мы оставляем без комментариев монолог из его песен и интервью. Они в них не нуждаются. Свою программу так 99% для зрителей. Одну песню из нового альбома обычно и одну песню для себя. Сегодня я не сыграл ни одну песню из нового альбома и для себя тоже ничего не сыграл. Все для волгодонской публики. Раньше радио было другое, было радио, свободное радио. То есть диджей крутил, что ему нравится, то крутил. И то, что людям нравится. Это сейчас радио вообще просто слушать невозможно. Ни одно радио слушать невозможно. Потому что они все должны плейлист исполнять. И вообще все это очень противно, на самом деле. Отец мой военный, морской пехотинец. Мы все время жили на границе. А в чем фишка в границах? Потому что когда живешь на границе, там радио не глушит. Слышать нормальную музыку можно было только по заграничному радио. Поэтому, когда я приехал поступать в Москву, в институт, то есть вернулся в Москву, 17 лет, и я понял, что в Москве ничего вообще не понимает ничего в музыке. Часто, очень много, кстати, современного, вот сейчас вот новое, допустим, там какой-то, вышли новые альбомы, очень блюзовые, молодых ребят совершенно, там, по 18 лет ребятам в Америке играют, блюз совершенно гениальный. Суеверно, я верующий человек. Это разные вещи. Я не суеверен. Я верю в Бога, я знаю то, что происходит со мной, знаю свою карму. Суеверие – это грех, кстати. Написано более 250 песен, и мне нравится та песня, которую я сегодня сочинил. Вот завтра она мне, может, уже не нравится. Зима, девушка моей мечты, зима,
обращайте внимание на то, что происходит в мире. Живите для себя. Живите в свое удовольствие. И главное, будьте здоровы, любите друг друга, будьте счастливы.